Я так понимаю, блядь, ДК есть тупо у каждого игрока вот в нашей гильдии, блядь, да, блядь? ёбаный кринж, где токены, нахуй? Бля, я... Давай мне я заберу, нахуй, для коллекции. Так это же этому надо было, MVP. А дай я на ретрика возьму, слышишь? Дай я... MVP надо было, да, дай, шоу, дай на ретрика. Мне надо, сови. Я тебе, Войт, уступал, Костя. Помнишь? Да, с учетом, что мне бегать пришлось, нахуй. Подожди, а тебе, Витя, на рогу надо плечо? Да. Че, говоришь, что? Слава рисай, нахуй. Да, мне нужно плечо. Мне ой, это что, сервер? Ой, сервер. Или это дискон. Это дискон. Это сюда, что? Это не дискон даже. У нас это вчера дискон. Так... Не дискон. Это, у нас это было дискон. Так вчера. Вчера, да, в РБК так залагало. А, нет, а нет, все-таки дискон. Все, сейчас к нам Карлет. Вчера нас так же залагало и отлагало. И отлагало потом. Т4 забрал. По-моему, да, нет. Там он уже там все раскидал. Так там откатит все равно. 5 минут назад откатывал. Не откатит нихуя. Пусть себе нет, да. Жопу откатит. Если в сумке... Только потому, что я продал, сколько, 6 полиролей. А ну, 8... сразу же продавал, как правило. Ну, я, кстати, вовремя еще их и слил, блядь. Я да, ты знал, вовремя слил. Я как знал, блядь, что надо прям час их продавать. Смотри, они завтра будут уже 12 стоить. Нет. Да. Ну, я релакнулся еще дополнительно. Что у меня пинг 1700. 2К сейчас якобы показывает. Да? Да. Да, все 4 куска в сумке. А босса откатило? Все 4. Нет. Если подкатило, еще раз убили бы. И бан слепили. Хы! Было бы нормально. Мне вот что-то кажется, вот желтые полирольки нахуй нормально будут. Нет, а сейчас... что-то у меня определенно не то. Я не знаю почему, но они, блядь, дешевле, чем желтые, о, чем оранжевые, хотя так не должно быть. Ты ебаный кота, блядь. Должно блядь. Быть. Ты руки из-под стола убери и дергай не закончится. Не, блядь, не уберу, блядь. Не, блядь. Бросай вот это, дрочить, шабить вот это вот, блядь. Ты всю хуйню, да? Чтобы что, чтобы что? Чтобы мы жили ровно. Сука, у меня черт ебаный. Чтоб мы жили сладко. Славка. Славка. Чтоб мы жили как Славка? Да. Да ну нахуй. Вика Сифилис меня замутила. Как я жить без этого буду? Что именно ты на нахуй? Жить как Славка? Ебать, нихуя у меня ТПшнули все, блять. Только что перед моим лицом стояли. Не знаю, до РТ успели раснуться или нет? Не успеешь. А ты расу вкачал? А? Думаешь, не успеешь? Ну тебе ж надо еще фракцию поменять, правильно? Ну фракцию поменять там хуйню дело вообще. Ну типа, ты на что будешь менять? На Альянс? Ну на Альянс. На Альянс еще нормально, я когда на Орду менял, мне... Ну, на Орду... На Орду там задрочено, да. На Альянс там я, когда шамана переводил, там вообще... Меньше 5 минут у меня квест вообще занял. Мне, блядь, квест дало убейте 5 игроков Альянса, не убивая при этом ордынцев и ренегатов. Роги на пол в Неспрессо. Погнали, на. Лапку. Алло, пьяный слух. Уже есть лапа. У тебя есть, красава. Ну да, у Саджинута. Дамажить тоже ты будешь? Да. Понял тебя, бро.
Виланя, лапу посидим. Ты, может, Геру по приколу нажмем, я хуй знает. Да ебашься, не знаю, до магика откатится. Да она достану, блядь, она уже спадет, нахуй, переживай, блядь, 300 раз. Тобли, а, ну да, сейчас будет. Биварики ебаные. С пула я, можно да. было нажать. От зелева умрет, сука, блядь, бабова прожал, черт. Бах, нахуй. Раскали мне, раскали. Раскали мне, ради бога. А что именно тебе расколоть, нахуй? Череп, нахуй. Жопу на два раскали. Раскали мне хоть немного. Пиздец, блядь. Сак. Ладно. Нормальное желание. Такое пиво. Да. Тяжело. Кефира, нахуй. Десятилетнюю. Ряженку. Ты какой-то, блядь, молодой квас. Бля, я бы кваску въебал бы на самом деле. Это твой клюкуха. Ой. Забродившего, да? Квас, ну так да. Квас Тарас. Че, типа, если мы ДРТ этот геймоб несем и РС-ку, то просто целка пойдем. Бля, на РТ это стоит, ёпт. Я бы этот самый РС-ку 25 сходил бы с ДК. В 4 часа, которые начнут. 4 часа закрываем ЦЛК и идем на робот. Ох. Закрасим. Че, маляр, что ли? Ну, допустим. Не, мы пойдем сегодня на роботов, пизда. Удачи, я посмотрю. Просто ДС легкая, типа нахуй надо. Давайте так, мы сначала закроем СЛК, блядь. Посмотрим, сколько времени останется, потом, блядь, будем что-то делать. А что-то мне кажется, блядь, сегодня будут бесконечные вайпы на синдре, блядь. У меня ощущение такое. Нахуй, иди, э! Чушка еба. Эй, иди нахуй! Я вот свет сидел, как крыса, блядь. Пошел нахуй мусор, я драм-н-бейс продюсер. Хуёво тебе. Я посмотрел, как вы без меня закроете. Да как нехуй делать? Мне. Я в домике. Да вон есть кофе. Тут, блядь, кому ну, не нужно? Тут все нахуй одеты. Вроде бы как. Ну, он сидит, блядь, пьяный совок нахуй. Токены пылесосит. Ну ладно, короче, засуманьте, я пойду пока зубы почищу. Понятно, еще и не почистил сразу. Свинота ебаная. Пожрал уже там все. Ты, блядь, что это кто нахуй там хуярит? Купола, бро. Купола, бро? 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 Так мне придется РС пропустить, чтоб я на РТ успел. Надо что-то покушать приготовить. Ну, да нахуй. Да какой это ширак нахуй? Нахуй не нужен. Да ширак только бичи едят. Блять, полностью с тобой согласен. Он просто невкусный, ёпта. Как можно вообще, блять, кушать дошираки, блять? Я их уже не ел, наверное, полгода, нахуй. Вообще. Не, они... Они уже не те, где-то лет 7 или 6. Раньше доширак нормальная тема была. Вот потом раньше. Да они удешевили рецептуру и все дерьмо стало. Я сейчас нахуй пюрешку с котлеткой ебану и буду петь на РТ. С огурчиками. Подлечь. Бля, огурчиков нету, сука. Все, ёпта, магазин быстро. И нахуй надо, я сейчас долбоёб, думаешь, бежать, блядь. Я пойду. Седжу, чё, кушать захотелось, блядь? Да. Сейчас бы там ямчику.
Бигранч, нахуй. Бигбон лучше всех, мне кажется. Которые тут эти большие, тем более упаковка, бля, они такие вкусные. Там соус еще, короче, есть, как что называют. Что за КД, блядь, я не понял. Сейчас помню, даже как он называется. С базиликом, соус. Ты чё, деда, у меня КД поднялось. А, так кому токен паловские плечи закинул? Так, а у кого-то, у кого там КД? У кого? У Вейдлайта, блядь, вот так. Так нет, это же баг, типа. Сходили мы. Просто пересобрать же надо. Не принимайте КД, только ебаные бывают. И вас. Сейчас нахуй всех залью, блядь. Только подлечу сразу плюсу нахуй. Я уже сказала, плюсу я. Кстати говоря, висит КД. Сейчас посмотрим, принялось ли у меня КД. У меня просто эта плашка появилась и пропала сама по себе. Сама по себе случайно нажалась. Ой, бля, КД повесил. Сори, ребята, не смогу помочь. Такая ситуация неудачная просто. Блин. А ты под чем сегодня? В смысле, блядь? Я под добрым бигбоном. Под бигбоном, блядь. Какой-то кашей, нахуй. Опа, он... это что такое, блядь? Он под сиропом просто. Ну иди сюда. Эй, блядь! У него пет на автостане. Ты сын шлюхи, ебаный! О, блядь, пизда тебе, друг Олег. Сейчас нахуй ПВП сет один у меня шеем, блядь. Нихуя себе. Пизда тебе, дура, ебаный твой рот, блядь. Дайте хотя бы пати нахуй, чтоб я его не отхуярил, блядь. Держите меня семеро. Скрипну нахуй, отхуячу его. Придурка. Ну классно, спасибо за... Чё, Серджо, серьезно? Победу. Серджо КД? Да. Я еще не принимал. Красава. Ну, у меня висит КД на Максимедона. Ой, бля, ну не повезло Серджо, конечно. Ну ладно, ничего, в следующий раз сходишь. Я в следующий надеюсь, раз как не, раз не с ЕБ пойдем. Блядь. Столько даун ебаный, а. Чё так, там я не понял. А кто с меня Unstable диспелил, блядь? Или чё это было? Это я нахуй был, блядь. Потому что ты чмырь ебаный. Нет, вроде не диспелили, а чё меня так разъебало? Так он меня реально замутил. Огня выводи. Там не хилят. Диспельните кто-нибудь, вот эту херню слили. Диспел, диспел, да, диспел, диспел, давай, давай. Нас диспел, пожалуйста. Диспел, диспел, диспел. На ком там Unstable? Не сдиспелили даже, я понял. Бля, нет, у вагона. Откуда эти апокалипсисы? Пика ебаная. Бля, ну пет на автостане, это, конечно, кринж. Почему, что, реально на автостане? Бля, реально. Обмен кинуш. А нахуя циклонить моба? Огня выводить. В смысле циклонить? Кто циклон? Ну только что кто-то, блядь, моба зациклонил. Комбо. Нахуй я? Что, сейчас резко, потом новый РБК. Резко? Ага. Да чё, ой, я б сгонял, а у вас сколько там? Брусанём халю, да и всё. У вас места есть? Или у вас фул уже потек? Да вот. Таким составом мы пойдём. Пока. Не-не, не таким составом, я пойду на престиж. А я на пале. Я очень хочу чешку. Я очень хочу апокалы. Безумно хочу пиццу. А я здесь. А еще на лок хочется чешку. Да там нет, это 4. А что? Вагон?
Пуговку не хочешь? Пуговку хочу. А вы уже магика бьете? Да, да, уже. Уже убили. Ладно. Заходи быстрее. Заходи, блядь, Захарыч. Ну так отводите. Не испытывай наше терпение. Ну плюс они, блядь, где-то. Нас не хилят, нихуя, мы падаем. Да, слушай, так хилов это просто Захарыч зашел. Хилы моча! Нет. Во-во, блядь, во-во. У нас единственный хил до цели, тот в духе. В духе, там блядь. Просто хилы гоняют лысого алку. Я зубы чистил, не надо пиздеть. Ты уже погонял, блядь. Ну и шо, тикает, блядь, оно по 3600, ебать, это шо урон? Натуре, ебать, на. Все, хилы моча. Я считаю, это вина паладинов, мог бы их флешками похилить. Моча конча, блядь, а лыча. Ебать, да ты поэт, нахуй. Виктория Сифилис, очень приятно. Очень приятно, Дима, нахуй. Не подходи ко мне, блядь, больше. Ну тебя нахуй. Шо там? Новые нарезочки вышли, опа. Новая нарезочка. Веселая нарезка детей. Чарку только, блядь, на поезд перед другой. Какое-то видео из Дагестана, блядь? А почему из Дагестана, подожди? Веселая нарезочка, блядь, там. Веселая нарезка детей, блядь, все правильно. Да перед ебалом же бегает, блядь! Нормально. Чернее. Ну, могу встать, но на ближайший к боссу. Или левый, или правый. Главное не упасть. Че, 3 человека, ой, 2. Поставь меня, поставь меня. Я в домике поставь. На ФДК, ебать, бисовые одноручки, блять, это с джайны, нахуй, ебать. Только сейчас понял. Да. Да. Охуеть. Короче, надо 11 красных полиролей. Нахуя? Чтобы было дохуя. Понял ответ. Это, Войд, а ты что, не на кубе, что ли, блядь? Да какой куб? За что? Стой, чиль, нахуй. А, вы его, я понял, ник не еврей, блядь, один мастер каши ставит после того, как один раз его назвали. Вы вообще нахуй не тут, блядь, ребят. Слышь, блядь. Тебя вообще не спрашивали, какие ники ставить. Понял, ладно, извини. Стал его. Так, ладно. Давайте этого халика бурстанем, нахуй, по-быстрому еще. Ой, я бы халика бы похилил. Я бы халика подамажил бы. Ну подамажите и похилите, заебали вы же. Не, ну я хотя, послал там. Хотя, а сколько там хосты на латных ботинках хапало? Нормально так. Упал, нормально, пошел. Нормально. У меня просто нормально. Эти тканевые ссылка 25. Не, хуйня, тебе нужны латы. Да я знаю, что нужны латы. Сейчас скажу, сколько хостей. Да, Элла Маунт, успокойся своим утешением павших.
86, Захарыч. Ну, это муха, 86? Ну, а тут да. 80. Ну, что там, когда это говно активируется? То... Инты 98. А там... Забагалось. А там сколько, ну, какие сокеты стоят? Там желтые сокеты? Желтый-красный. Желтый-красный, о, заебись. Ломаунт, а нахуя да. тебе решение? Да это Войт посоветовал, я уверен. Ну, я могу хилить 3 кубака. В смысле? Возьми, блядь, вот чешку выбей вместо этого глаза Мактеридона ебаного и все. Ой, нахуй, утешение. Ему надо утешение, чешка моя. Так, а нахуя тебе утешение? Так ты сказал, что на PC не играешь, ты же теперь... Он вообще не играет, нахуй ему что-то отдавать. Натуре нахуй. На ты вылез. Витя, слышишь? Если я у тебя с РС-ки 25-ки хм чешку спишу, ты сильно на меня обидишься? На кого ты спиздишь? У тебя не на ком пиздить. Как это? На ДК, блять, как это не на кого, блядь? Как соберешь РПБ шмот себе? А хули, так у меня РПБ шмот уже есть, блядь. Так а спека-то нету рабочего. Ну так спек-то, блядь, будет на реворке? Да. Когда реворк? А вот в среду, да, в среду. Я помню. Ну, задонатишь мне раз, то на робу бери. Нихуя. Нихуя ты, блядь. Не, ну ты спросил, я ответил. По факту. Какой вопрос, такой ответ, блядь, все честно. Бабу. Как бы без Б вообще, хоть две бери там, две руки там, две ноги. Понял. Ну видишь, он же сказал, 15. Что он просто обижаться не будет, поэтому, в принципе, если ты её просто заберешь, то он ну обидится. Я вот, да, 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 да. Эти кубы... Ломаун, ты ж... Спек сейчас нерабочий, я к этому. Ты же тебя похилишь, Ломаун, да? В Т5-ых фросты ебут. Все, вот только не снова. Ну, так я... 5 фростом вряд ли буду, я буду либо бладом. Ой, либо... Ты там что, кнопку не нажимал вообще? Я бы фроста в Т5 сделал. Да я не хочу, я чё нахуй, зря ШМ что ли собирал, блядь? Петух. Встань по-человечески, откидывать не будет. Когда ты РДД, тебе в любом случае каст убьется. Ну, нет, если у тебя каст меньше 0.8, то не бьется. Ну если. Это только если гнев кидать. Он в огне, блядь, стоит. Здесь вот у него спроси, нахуй в огне стоит. В огне стоишь. Прекращает. Вспышка здесь. После откидки будет. Сейчас откидка будет. Насыпка, бля, перед вылетом. И кубы. Нет, нет. Ты раньше вот. Времени ты не говори. Чё, блядь? Только без снова. Шара. Ой. Ну, скоро он там, блядь. И ты вонючий, сука. Не знаю, моментальные косты хорошо проходят. Ну да. Моментальные косты. Моментал очка. На сове. На Starfall можно нажать, я считаю. На Starfall, да. Ой, бать. Опа. Сюда. Ой, да когда что, получается, на ретрика грудак не выпал? Что чипсы на цвета? Дед, уступай мне на 4-4. Или у тебя есть уже шмотка готовая, на что менять? Ой,
Мне. Навара мне. Пидору на сове. Чем тебе на пьяной сове? На пьяной сове. О, да, я думал взять на Эрдру. Там сумка, а, сумка была с самоцветами, давай мне. О, голова. Давай мне, ебать, говорит. А, ожидаю. Вилания, ты решил потанчить и похилить еще и на друиде? Нет. Ладно. А он все такие классы собирает, чтобы, блядь, а потом Нойшева в хила, блядь, спекает. Так получается как-то. Пошли в РС-ку. Да, блядь. Давайте улетать в Долоран. Глеб, а ты слышишь, ты когда тебе воин орит, блядь, спекайся в хил, ты такой, нет, блядь, стреляй нахуй в хила, не спек.